Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я продолжаю серию уроков по виджетам эффекта на ссылках. Появилось еще два виджета, которые я хочу вам сегодня показать. Первый виджет при наведении позволяет делать вот такой вот эффект. Снизу всплывает такая некая полоска. Также цвета полосок настраиваются, цвет самого текста меняется и вешается любая ссылка. Следующий виджет, на мой взгляд, еще более интересный. При наведении получается вот такой вот интересный эффект. То есть вы можете прекрасно с помощью таких виджетов организовать себе симпатичное меню на вашем лендинг-пейдж. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данных виджетов. Из библиотеки я перетаскиваю виджеты на холст. Если вы не видели мои предыдущие два урока по смежной теме, то я вам предлагаю ознакомиться с ними тоже. Итак, давайте сначала рассмотрим вот этот виджет, посмотрим его настроечки. Первое, текст. Это текст на ссылке. Я просто пишу ссылка. Далее, URL. Прописывайте сюда любой URL. Или внешний, или внутренний, неважно. Удаляйте только решетку. И вставляете тот URL, который вам необходим. Текст color – это цвет текста ссылки. Давайте изменим его. Button line, то есть линия снизу, ее цвет. Давайте зададим, например, зеленый. И топ линия, то есть это линия, которая поднимается снизу наверх. Ее цвет тоже мы можем задать, какой нам нужен. Также, если вы не знаете, то можно здесь произвести вот еще какие манипуляции. Выделяете ваш этот виджет, в Muse выбираете инструмент текст, и вы можете управлять размером и шрифтом вашей ссылки. Идет подгрузка, вы видите, изменился шрифт и размер данного элемента. Ну и, соответственно, о таких вещах уже как дублировать. Я уже подробно не останавливаюсь, вы должны уже это знать, как это делается. Это, например, если вы делаете какое-то меню. Итак, посмотрим в браузере, как это все у нас дело выглядит. И вот, пожалуйста, вы видите, все цвета работают, все, что я поменял, все сработало. И давайте рассмотрим вот этот виджет по умолчанию, кстати. У него цвета вот такие вот, и так он выглядит. Можно, в принципе, сразу выделить его, взять инструмент текст и сразу сделать ему размер и шрифт. Тот, который вас интересует. Здесь чуть побольше настроечек, но многие из этих настроек схожи с предыдущим виджетом. Текст на ссылке также пишем свой. URL поле удаляем решетку, ставим свою ссылочку. Текст color. Меняем также на какой-то свой. Border – это рамка, то есть это рамочка, которая идет вокруг нашего текста. По умолчанию она такая синенькая, да, поменяем давайте на красную. Следующее поле – это толщина данной рамки. Один пиксель смотрится, я считаю, намного симпатичней. Следующее поле – right и left. Это внутренние отступы от текста до рамки. 20. Давайте поставим 50. И здесь даже в режиме редактирования мы увидим с вами изменения. Давайте посмотрим в браузере. Вот вы видите, да, отступ внутренний увеличился. Рамка тонкая стала красной. И при наведении у нас такая выскакивает белая рамочка. Следующий параметр – топ и бутон – это такие же отступы, только снизу и сверху. Ну, давайте попробуем сделать тоже 50. И border hover, то есть рамка при наведении какого цвета. Она у нас по умолчанию белого. Давайте сделаем зеленого. И посмотрим, что мы тут накрутили. Вот вы видите, да, что отступы
сработали. Я специально поставил такие отступы, чтобы вы понимали, видели, где они происходят, вот эти все отступы, да? И вот при наведении, смотрите, симпатичная зеленая рамочка у нас выскакивает. И таким же образом, сколько вам нужно, вы дублируете, если вы делаете целое меню, да? И не забываем менять ссылочки в каждом следующем скопированном вами меню, чтобы не было одна и та же ссылка у вас во всех менюшках. В принципе, вот и все об этих виджетах. Оба виджета я запаковал в один архив, и вы сможете их скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!